Варварское уничтожение лесопарка в Энгельсе. Об этом написали жители в социальных сетях, а журналисты телеканала «Саратов-24» увидели вот такую картину. В Саратове некоторое время назад разгорался скандал вокруг застройки элитными коттеджами и многоэтажными домами Кумысной поляны. В целом же вопрос сохранения зеленых зон в регионе контролируется с трудом. Что же мешает объединить усилия различным ведомствам и структурам? Выясним сегодня. Меня зовут Александр Блонский. Телефон в студии 54-30-30. И у меня в гостях автор петиции против вырубки леса в районе озера Сазанка Вера Акимова и эколог Андрей Беличенко. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Вер, первый вопрос вам. Почему в этот вечер вы на телевидении, а не в администрации Энгельсского муниципального района, например? Означает ли это, что жителей там не хотят слышать? Администрация Энгельсского района нас не слышит по этому вопросу. Но мы продолжаем борьбу за нашу природу. А сколько уже длится вот вся эта ситуация? Когда начали застраивать? Я так понимаю, сначала там были одиночные строения, а сейчас это уже там чуть ли не целые, там, не целый микрорайон. Я об этом узнала в 2015 году. Сама увидела, ну и ужаснулась, честно говоря, о той картине, которая передо мной предстала. Угу. Вот. И начала интересоваться этим вопросом. Угу. Вплотную. Ну, что вам удалось выяснить с самого начала? Я не знала, с чего начать вообще действовать. И, ну, как первая моя мысль была, куда написать. Были описаны случаи вырубки деревьев, на что нам пришел ответ, что вырубка происходит на законных основаниях, что вырубают нездоровые деревья, а так называемые черные тополя, которые имеют срок жизни до 30 лет, потом становятся трухлявыми, и грозит это здоровью людей. То есть мы заботимся о здоровье наших граждан, поэтому вот решили вырубить, чтобы обеспечить безопасность. Жители действительно считают, что там были какие-то старые умирающие деревья? Или же все там было прекрасно? Да нет, конечно. Там дело в том, что там не только тополя вырубаются. Там уже и хвойные деревья пошли в ход. Там массово, там не смотрят, какое дерево. Тем более мы ходили на место вырубки, и там далеко не трухлявые деревья, довольно-таки хорошие свежие спилы здоровых деревьев. И я не вижу оснований для того, чтобы вообще эту вырубку проводить. Но даже если они ее провели, эту вырубку, я считаю, тогда нужно, ну, если они о людях так заботятся, тогда высадить новые деревья совершенно вместо верно. Них. Ну, никак вот. А тут, получается, мы заботимся о вас, вырубаем деревья и строим дома на этом месте. Вот забота великая. Андрей Александрович, вот вы как специалист по защите леса, можно же так вас назвать, профессионал в этом деле. Как, на ваш взгляд, может быть, администрация Энгельсского района просто не знает, как уберечь эти леса от вырубки? Или же такое незнание им выгодно? Может быть, им со специалистами надо проконсультироваться, вот там, не знаю, с вами, с вашими коллегами? Ну, безусловно, здесь должна быть проведена консультация со специалистами, потому что то, что заявляется о вырубке деревьев в плохом жизненном состоянии, это не совсем профессионально. Ведь оценить жизненное состояние деревьев способен только специалист-ботаник. При этом существуют специфические методики оценки этого жизненного состояния, и вряд ли стоит убирать из состава древостоя деревья, которые находятся в ослабленном и даже сильно ослабленном состоянии. А вот сухостой уже может представлять реальную угрозу. Кроме того, снос дерева в целом не всегда необходим. Достаточно немножко сформировать крону, и дерево перестанет представлять реальную угрозу. К вам еще раз возвращаемся. Вот вы создавали эту петицию. Вас многие поддержали. Насколько мы знаем, при подготовке сюжета, при подготовке программы выяснилось, что некоторые боятся последствий, отказываются сниматься, ну или, во всяком случае, не хотят показывать свое лицо в открытую. И не безосновательно. Для некоторых уже наступили последствия. На вас какое-то давление оказывалось? Ощущали на себе что-то подобное? Ой, после моей петиции, после, ну, как сказать, громких высказываний с моей стороны, сразу было понятно, что наши власти забеспокоились нашим движением. Ко мне пришел участковый сначала и как бы начал недвусмысленно намекать, что вот
вы обвиняете людей, вы сами не знаете, там, в чем обвиняете. Выборы, вот какие были у нас в Думу, вот последние выборы депутатов. Перед этими выборами ко мне пришел тот же участковый, ну, правда, вежливый, в форме, все. Он мне предложил подписать документы, что я не планирую никакие устраивать пикеты, митинги. Да, даже такое было. Это говорит о том, что действительно, наверное, что-то сотрясли. А участковый имеет на это право? Он может вас как-то... Ну, я не знаю. То есть, если вы не подпишете, он говорил о том, что может последовать за этим? Ну, я как бы и не планировала там никаких действий, поэтому, ну, неважно, надо подписать. Участковый вам не говорил, вот, если вы не подпишете, то... Это все было просто да предложено. Нет, вот не могли бы вы подписать, например, вот да такую бумажку? Вежливо он просил, да? Нет. Я знаю, что у многих активистов была такая проблема. Одну девочку сократили на работе за ее активное участие. У другой тоже были проблемы с оформлениями участков для многодетных семей, которые выделяют, тоже были проблемы. И до сих пор ей звонят. Ну, там вообще девочки очень активные, конечно. Они даже эту проблему вперед меня начали развивать. Они местные жители, они там живут. Местные жители говорили, что по ночам ездят машины, то есть как бы днем никого нет, никто ничего не рубит, ничего, тишина. Вот. И по ночам вывозят, каждые выходные, каждые праздничные дни выходят, вывозят лес свежевырубленный. И раньше, если было места, где делянки вот эти были, поделен участок, там огорожено было забором, вырыты котлованы, за этими заборами вырыты котлованы. То сейчас после вот этой шумихи убрали забор, как бы чтобы со стороны, ну вот если туда не заходить, не видно, что там происходит. Забор все-таки он бросается в глаза. Вот. Ну, вывозят, рубят свежие спилы деревьев. Мы это видели буквально вчера. Поэтому ничего не прекращается. И даже такое там происходит, то что... Где уже построен жилой сектор из коттеджей, таких очень крутых коттеджей. Там стоят охранные домики, где работает охрана, и людям не дают рядом гулять. Хотя там нет загороженной территории, это не считается закрытой территорией, это место общего пользования. Оно, я надеюсь, что этим местом и останется. Вот. Но бывает и стреляют с пневматических винтовок. Тот, кто гуляет, особенно если с собачками, там кто-то, охранник, неоднократно жаловали жители и ко мне подходили, говорили, что стреляют периодически в людей из пневматики. Но есть мнение, что там строят дома, так те, кого вы в петиции называете сильные меры сего. Но их видно, эти дома. Там, извините, там далеко не многодетные семьи строят. И это только правая сторона, вот где мы рассматривали лесная зона. А есть еще другая сторона, левая. Там вообще в сосновый бор уже залезли. Там такие особняки стоят. Прям в сосновом бору. Ну а что, там свежий воздух, там все хорошо. Сейчас очень модно строить себе жилье в таких местах, чтобы была речка рядом, свежий воздух, экология. Но, к сожалению, это вот только могут позволить себе люди, которые, наверное, финансово более обеспечены. Да. Я хочу сказать, что в одном из наших следующих выпусков мы планируем рассказать о тех, кто строит свое благополучие на месте, где когда-то находилось любимое место отдыха жителей не только Энгельса, но и Саратова. А также расскажем о том, кому изначально было выгодно, чтобы вырубка лесов, вырубка лесных насаждений в этом месте считалась законной. Андрей Александрович, ну а все-таки вот если говорить о том, как проводится вот лесоустройство так называемое, есть информация, ну, что это очень сложный процесс, что он требует сбора какого-то нереального количества документов, которые измеряются килограммами. Насколько этот процесс действительно сложен, трудоемок и так далее?
Безусловно, этот процесс сложный, трудоемок и с юридической точки зрения, и с точки зрения проведения и планирования научных исследований. Дело в том, что за короткий период времени, который отводится зачастую на экспертизу более серьезных проектов, вы никогда не поймете динамику растительных сообществ, их прошлое, их будущее и тенденции развития. Здесь требуется проведение многолетних долговременных исследований, что, наверное, в настоящее время практически невозможно. Поэтому большинство ученых опирается на опыт прошлых исследований, и многие данные просто экстраполируются. Наши корреспонденты побывали на месте вырубки лесов в районе озера Сазанка, пообщались с прокурором и с теми, кто забил тревогу. После того, как мы посмотрим материал на эту тему, к нам присоединится министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов. А с вами, уважаемые гости, я прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. До свидания. До свидания. Жители Энгельса организовали дежурство в тех местах, где раньше так любили отдыхать. По их словам, отсюда регулярно вывозят спиленные деревья. Причем происходит это сейчас по ночам и в праздничные дни. Как считают сами жители, это связано с решением суда, согласно которому администрацию Энгельсского района обвинили в незаконном бездействии. По результатам проверки прокуратуры, этому лесу не был придан статус особо охраняемой территории, что фактически позволило на законных основаниях вырубать здесь деревья. Подробнее о том, кому это было выгодно и кто, по их мнению, живет в особняках посреди бывшего леса, узнать у взволнованных жителей Энгельса не удалось, поскольку из-за поднятой ими шумихи некоторые из них уже пострадали. Одна из активисток, многодетная мать, осталась без работы, о чем и сообщила в СМС, отправленном в нашу редакцию. Несмотря на это, активистам удалось вызвать общественный резонанс и добиться широкого освещение этой темы не только в социальных сетях, но и в СМИ. А к нам присоединился министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов. Дмитрий Станиславович, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Станиславович, как давно стало известно о том, что происходят вот такие явления? Если мы говорим в целом о ситуации по зеленым зонам в черте городов, действительно, ситуация везде разная в нормативном плане. Почему? Потому что нет такого документа единого, например, как Лесной кодекс Российской Федерации. Лесной кодекс Российской Федерации распространяется на все территории лесного фонда, то есть это федеральная земля. И эти лесные сообщества охраняются, оберегаются законом, то бишь лесным фондом. По муниципалитетам правила благоустройства везде разнятся. За вырубку тех или иных пород штрафы везде разные. Могу сказать, что мы в ноябре и первой половине декабря проанализировали ситуацию и по поручению губернатора Валерия Васильевича Радаева подготовили стратегию озеленения на территории Саратовской области, чтобы это была единая система, которая контролировала бы высадку зеленых насаждений, вырубку зеленых насаждений в соответствии с теми нормами, которые определены наукой лесоводства, лесное парковое хозяйство, ландшафтное строительство. Что касается вырубки деревьев, это территория города Энгельса, рядом с озером Сазанка. Так. Действительно, несколько таких обращений в министерство поступало. Я давал поручение выехать на место представителям нашего регионального лесного надзора, представителям управления охраны окружающей среды. Так. На месте было установлено, что территория не является федеральным лесным фондом государственным. Это территория города, поэтому, то бишь, действие лесного кодекса на эту территорию не распространяется. Инспектором охраны окружающей среды было установлено, что земельные участки, на которых производилась вырубка, принадлежат гражданам. И деревья были вырублены по инициативе владельцев земельных участков. То есть получается, что фактически по закону. Эта ситуация была 4 года назад, вот, насколько я помню. И в прошлом году тоже такая ситуация была. Но эта ситуация напоминает ситуацию, которая несколько лет сложилась на Кумысной поляне, на одном из участков Кумысной поляны. В чем сходство и различие, если можно как-то сопоставлять эти ситуации? Ситуация такая, значит, что на Кумысной поляне, это было по улице Лесная Республика. Республика, да. Значит, данные, значит,
участок земельный, так скажем, на котором произрастал лес, он не входил в границы лесопарка. И это было установлено, много было очень проверок. Почему он туда не вошел? Это надо вопрос задать тем лесоустроителям, которые в 60-е годы делали лесоустройство. И последним, которые делали в 1993 году, почему не внесли этот участок в пределы основного массива. И поскольку это не был лесной фонд, это была просто территория города, распоряжение мы отдали под застройку в 2006 году. Да. Ну, я больше вам скажу, что так. Подобную ситуацию мы выявляли в 2008 году. Это недалеко, в общем-то, по улице Гвардейской, где 8-я дачная. Там есть небольшой родничок. Мы нашли территорию, где было, значит, вырублено явно, что это произрастает лес, порядка там 12 соток. Когда мы, значит, провели проверку, оказалось, что данный земельный участок был предоставлен, это был 2008 год, да. Данный земельный участок был предоставлен физическому лицу, и у него было разрешение от зеленой комиссии на снос насаждения. Потому что это по закону гражданин распоряжается, вправе сам распоряжаться, что у него растет на земельном участке, что не растет. Правильно или это нет? Ну, мое личное мнение неправильно. Здесь при отводе земельных участков, вот когда работают кадастровые инженеры, надо указывать, что либо... Есть зеленые насаждения, какие, сколько. Вот, к сожалению, в законе, в земельном кодексе этого нет. Вы могли как-то повлиять на администрацию Энгельсского муниципального района, например, чтобы они провели лесоустройство заблаговременно, чтобы не допустить вот такой массовой застройки, вырубки лесных насаждений? Вот, смотрите, в 2006 году передали эти леса. К сожалению, нигде пока у нас на территории Саратовской области в черте городов не образованы лесопарки, лесничество. Пока еще это не сделано. Затратное очень мероприятие. Это надо создать, во-первых, значит, территориальную единицу, потом создать предприятие, дирекцию этого парка, потом провести лесоустройство, которое тоже стоит значительных средств. Это вот как кадастровые работы, даже еще сложнее. Ну, в общих чертах можно рассказать, в чем заключается, значит, лесоустройство? Насколько я знаю, сейчас в общих чертах лесоустройство заключается в чем? Во-первых, осуществляется контроль тех координат, которые есть земельный участок. Потом проходит описание, тщательное изучение той древесно-кустарниковой растительности, которая произрастает на этой территории. Все это заносится в планы лесоустройства, в планшеты лесоустройства, это картографические материалы, плюс лесоустроительное описание. То есть это документов килограммов 15, допустим, там на одно лесничество. А у нас их в Саратове 23. Это я говорю о лесном фонде. У нас везде лесоустройство проведено. Правда, последнее было в 93 году. Насколько я знаю, сейчас этим вопросом как раз Энгельсская администрация занимается. Ну, это надо спросить главу района. Я вот на эту тему мы беседовали в ноябре 2016 года. Они приступили к этой работе. Сейчас они будут будет сформирован лесопарк. В Саратове такая же ситуация. Кстати, по Саратову хотел уточнить. У нас сейчас участок, который все мы, горожане, называем Кумысная поляна. На самом деле это особо охраняемая природная территория регионального значения, природный парк Кумысная поляна. Так это называется официально. У нас она является особо охраняемой природной территорией. Поставлен на кадастровый учет. Земельный участок в 2012 году. Кстати, работа пошла эта вся с 2012 года. Это вот, чтобы понимание было. Раньше эта работа вообще не проводилась. И в 2012 году мы получили команду, губернатор области Валерий Васильевич Радаль, приступили к этой работе, оформили земельный участок, который являлся неразграниченной госсобственностью, дабы предотвратить выделение земельных участков под застройку администрации города. В 2012 году мы это сделали. И в прошлом году мы особо охраняемую природную территорию Кумысная поляна поставили на кадастровый учет. Теперь у нас есть предписание прокуратуры оформить, значит, документы в соответствии с тем, что лес-то в городе, значит, надо сформировать лесопарк. У нас уже существует администрация природного парка Кумысная поляна, которая занимается охраной, уборкой. Кстати, в основном уборкой в последнее время, потому что очень много мусора оставляют отдыхающие. Надо образовать лесничество. Но по закону мы делали запрос в Рослесхоз, это должна сделать администрация города Саратова.
Тоже мы не понимаем, как. Мы будем исполнять предписание, но как пока это будет выглядеть? Земельный участок, еще раз подчеркну, собственность области, ОПТ регионального значения. А по закону надо, чтобы город сформировал лесопарк. Ну, будем решать, если есть такое, так сказать, постановление, обязательно мы придем. Либо город передаст эти полномочия нам, но если требует закон, значит, будут лесопарки. Дмитрий Станиславович, спасибо большое за разъяснение, за то, что пришли к нам в студию. Большое спасибо, что пригласили меня сегодня в вашу студию. Действительно, вопрос очень актуальный. Это волнует наших граждан, и мы этому придаем очень важное значение. Работаем в направлении сохранения зеленых насаждений не только лесов Саратовской области, но и зеленых зон наших городов. Меня зовут Александр Блонский. Это была программа «Прямая речь». Смотрите нас в эфире и на сайте saratov24.tv. До новых встреч!